На продажу выставлена англо-арабская кобылка. Родилась 21 февраля 2022 года. Отец кобылки – жеребец чистокровно-верховой породы по кличке Кэтман, линии Нарсендансе, от Кайтана и Балет Мистрис. На центральном московском ипподроме Кэтман занял 1-1, 2-4 и 7-5 мест. Отец Кэтмана – известный жеребец Кайтана, участник всех без исключения крупных призов мира, чемпион трехлетних жеребцов в Германии и Италии и чемпион старшего возраста в Германии. Из 45 стартов занял 9 первых, 6 вторых и 7 третьих мест. За скаковую карьеру жеребец Кайтана выиграл более 2 196 тысяч евро. Мать Кэтмана, кобыла Балет Мистрис, из 5 стартов заняла 3 первых и 1 третье место. Мать англо-арабской кобылки, кобыла Моэра от Эликсира Эмиропы, представительница известного ценного маточного семейства Маммоны. Жеребец Эликсир в 3 стартах на ипподроме занял 3 вторых места в призах для лошадей 2-летнего возраста. В 3 года чемпион России в классе жеребчиков. Неоднократно завоевывал титул резервного чемпиона России и был серебряным медалистом российских национальных чемпионатов. Все его дети сохраняют высокую работоспособность, свойственную линии Корея. Скаковые качества Эликсир унаследовал от своего отца Сарказма, победителя в призе Ми Буденного. В призе сравнения Сарказм был вторым. Отец Сарказма – жеребец по кличке Кумир. 17 раз скакал на Пятигорском ипподроме в возрасте 2 и 3 лет и занял 3 первых, 4 вторых, 3 третьих и 7 пятых мест. Мать Моэры – кобыла Миропа от известного жеребца по кличке Приказ. Из 45 стартов он занял 10 первых, 9 вторых, 8 третьих и 4 четвертых места. Какие документы оформляются при покупке лошади? С покупателем заключается договор купли-продажи и договор на перевозку до места назначения. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК, все чипированы. На каждую лошадь выдается паспорт в НИИ коневодства установленного образца. Мы можем оказать помощь в организации перевозки лошадей во все регионы России, а также в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По вопросам покупки англо-арабской кобылки обращайтесь по указанному телефону, WhatsApp или Telegram.